Ребя, привету. Что вам хочу показать? Я приобрел сейчас карту. Сижу до сих пор в машине около магазина ДНС, где я сейчас приобрел эту карточку. Вот он чек на 34 тысячи. Как мне повезло. Значит, я заказал на сайте ДНС эту карту за эти деньги, да, думал, ой, дорого, дорого. Вот, потом мы, получается, двое суток были. То есть мне пришла смс, что мы. Что, вернее, что карта в магазине уже можно покупать. Я думаю, так, мы сейчас поедем в горы. Через 2 дня приеду, потом куплю. Я думаю, что сейчас бежать. Вот, пришел, вот приехал сегодня с гор. Думаю, ну-ка, зайду на сайт. На сайт захожу и смотрю, эта же карта, я сначала попутал. Эта же карта стоит уже 38. Не 34, а 38 тысяч. Представляете, что творится? Что творится? Ну вот, давайте я вам открою, покажу ее. Оп-оп, есть. В машине. Одной рукой держу-ка телефон. Вот она моя хорошая. Достань. Ты ж моя хорошая. Трехвентиляторная. Остались только из, если брать не XT версию, да, карты просто, скажи, ну этой же модели, да, вот 5700 без XT, если брать, остались одни Asus, которые пипец как не хвалят. Вот они очень сильно перегреваются. Да, вообще-то эта версия карты, она не очень такая удачная, так скажем, да. Не очень она удачная, она сильно греется. Вот, у нее чипы памяти очень сильно греются. Ну и вот. И я не стал брать обычную версию. Вот, а хвалит именно вот такую. Вот у нее, видите, уже алюминики. То есть есть, значит, есть версия этой карты Asrock, да? Именно XT версия, она, по-моему, желтая, двухвентиляторная. Вот та писец, она, короче, я как посмотрел обзоры за нее, она очень часто выходит из строя. По каким причинам, непонятно. Перегреваются по ходу чипа памяти. А это вот идет именно средний вентилятор, у нее идет с подсветкой. Но у нее идет, если у меня сейчас стоят две видюхи, скажите, MSI фирмы, да, мех, XT-шка стоит там, значит, идет 8 пин плюс 6 пин. А просто, а без XT-шки, там просто идет обычный 8-пиновый разъем, один. Здесь же два 8-пиновых. И сейчас я пошел, купил, вспомнил, что у меня же нету разъемчика этого. Купил вот такой с Молексов, да? Но он, блин, один, у них больше нету такого. Я ее по-любому, походу, сегодня запустить не смогу. Потому что у меня один такой разъемчик. В другой магазин ехать, ну, может быть, успею еще. Сейчас время уже 6 час. Может быть, и успею, кто его знает. Ну, она широкая, она прям, да, она как трехсекционная. Она прям как трехсекционная. Ну, прям интересно. Какая же мне память попадется, Samsung или Elpida? Тоже интересно. Я думал, она повыше будет, то есть вентиляторы, думал, у нее будут побольше. У нее вентиляторы маленькие, и она сама невысокая, но широкая. Зато видно хотя бы, что здесь вот уже алюминиевые трубки. Ой, медные трубки хотя бы. Не какой-то там залуженный металл, хрен пойми что там. А именно медные трубки. И именно эту карту ее хвалят. Вот. Полетел я домой. Интересно же, что там, как вообще. Воткнуть его, погонять. Ладно, всем пока. Всем спасибо.